Во всем мире ее называют болезнью века. От гипертонии в Алтайском крае страдает 40% населения. По словам медиков, заболевание на поздних стадиях может привести к инфаркту, инсульту и сердечной недостаточности. В краевой кардиологический центр ежегодно обращаются тысячи пациентов. Врачи делают все, чтобы выявить недуг на самых ранних этапах. Пациент обратился, что у него давление выше границы нормы 140 на 90. И если ему назначается лекарственная терапия правильная, то давление сохраняется на нормальных цифрах, и заболевание, можно сказать, приостановлено в своем прогрессировании. Ирина Сидорова страдает от гипертонии уже 5 лет. 150 на 90 – ее обычное давление. Чтобы хотя бы немного снизить цифры, каждый день она принимает специальные препараты. На днях почувствовала ухудшение и сразу обратилась за помощью к врачам. Что ты сам сделаешь себе? Понимаете? А врач поставит правильный диагноз. В наше время больше, так сказать, не отдохнешь, но, конечно, себя сидишь. Ну, тем более у меня 5 детей, да, и приходится много и работать, и время им уделять. Всемирный день борьбы с гипертонией – еще один повод уделить внимание своему здоровью. Чтобы избежать болезни, врачи рекомендуют не злоупотреблять алкогольными напитками, правильно питаться и следить за артериальным давлением. При первых признаках гипертонии сразу же к докторам. Алена Февраль, Юрий Бирюков, новости.